kültür. Очень рад вас сегодня видеть этим теплым летним вечером. Для тех, кто в теме и кого терзают смутные сомнения, я сразу скажу, что с Белым Острогом у нас все хорошо. Вот Артем здесь. Более того, мы сейчас усиленно работаем над новой программой. Даже не столько усиленно работаем, сколько с огромным удовольствием и вдохновением создаем новую программу, которую покажем вам осенью. Вот, и я сегодня один играю только потому, что лето, никого нет, есть возможность, и у нас нет концертов, и нет, есть возможность у меня поиграть и поделиться своими гитарными изысканиями. Поэтому сегодня концерт будет экспериментальный, вот мне поможет Андрей Краков с видео рядом. И увидите и услышите. Вот, собственно, все, что хотел сказать, сказал. Thank you.
Израильская компания ERG, они разработали специально для меня. Поэтому я очень горжусь возможностью иметь эти гитары. Поэтому спасибо этой компании, спасибо тем людям, которые мне помогли.
Thank you.
Thank you.
Часть из них, например, такие как романтические и импрессионизм, или вот первое в Нью-Йорке все по-прежнему,
также звучали мои композиции, как, например, последняя «Париж-Дакар». Сейчас я хочу поделиться с вами своими любимыми классическими мелодиями. Первая из них – это произведение, написанное испанским композитором Хоакином Родриго специально для величайшего гитариста классического мира Андреса Сеговьи. Это произведение написано для классической гитары и симфонического оркестра. Но вот у меня свое видение, я вам скажу свою аранжировку второй части этого концерта «Адажио». «Адажио» из концерта Аранхуэс Хоакина Родриго. Thank you.
Следующее произведение для гитары — это была вообще наглость с моей стороны, потому что произведение было написано для симфонического оркестра. Было написано Равель, называется «Болеро». Предложение для гитары. Thank you.
Thank you.
классикой. Вы сейчас все ее узнаете. Некому сейчас в мире спеть. Два президента мы стали, или три, или четыре, начали петь. И жизнь наладилась. Поэтому он за мир во всем мире. Thank you.
Я хочу сыграть такую восточную композицию, которую я назвал «Восточная 27-я». У нас есть «Восточная 29-я» в белом остроге, поэтому не путайте, это «Восточная 27-я».
хочется уходить. Вы знаете, недавно исполнилось, несколько лет назад, пару лет, 3 года, 40 лет со дня смерти Джимми Моррисона, лидера группы Doors. И мне почему-то запало, я никогда не был поклонником этой группы, но запала одна песня, и я вот хочу сыграть вам одну версию этой песни. Называется она «Come on, baby, light my fire». Это самая известная моя песня. Величайшему гитаристу, давшему направление всем современным гитаристам, Джанго Рейнхарду. Я внятно сказал Джанго Рейнхард. Thank you.
Сентября на концерт дуэта «Белая Острог». Был счастлив видеть вас, будет рады вас видеть еще. Всего доброго.